Команда Лидского района заняла первое место среди мужских команд первой лиги в чемпионате Гродненской области по пляжному волейболу. Соревнования проходили в выходные в деревне Коробчицы Гродненского района. Участие в них приняли 16 команд из 10 районов области – Слонимского, Лидского, Ашмянского, Карелического, Мостовского, Островецкого, Волковыского, Щучинского, Зельвинского и Сморгонского. Нашим землякам удалось показать красивую игру и выйти в лидеры. В составе команды Лидского района выступали волейболисты Кирилл Слиш и Виталий Запасник. Конкуренция данного вида спорта на самом деле не очень большая с точки зрения профессиональной, ну, по крайней мере, у нас в области. Но команды, которые проявляют интерес к этому виду спорта, очень много. Очень много. Ну вот область была представлена, наверное, ну, без малого, наверное, всеми районами. Мы участвуем на уровне любителей, то есть, условно говоря, никто из наших из членов нашей команды это не профессиональные игроки, мы не посвящаем этому там 24/7. А свободное от работы время, скажем так. Меня очень приятно удивили организаторы, награждали, ну, мы, поскольку мы заняли первое место, и приятным было сюрпризом то, что награждал нас участник и призер Олимпийских игр Иван Тихон. Ну, вы знаете, он и в Рио побывал, и в Пекине побывал, везде взял серебро. И вот очень приятно для нас было сюрпризом, неожиданностью, то, что он нас награждал. Команда Лидского района приняла участие в открытых личных республиканских соревнованиях по городошному спорту среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок и ветеранов. В ее составе выступали березовчане Анатолий Урбан, Максим Радецкий, Анна Чуйко и Ульяна Гончарик. Анатолий Урбан занял первое место среди ветеранов. Максим Радецкий стал вторым среди юниоров. У Анны Чуйко четвертое место среди женщин.